Типы людей, когда едят арбуз. Злостный ненавистник косточек. Отрезает кусок и для начала выковыривает из него все семечки. И только потом спокойно ест. Мажорка. Покупает арбуз без косточек и радуется жизни. Любитель хлеба. Ест арбуз в прикуску с хлебом, чем вызывает огромное недоумение у остальных. Аристократка. Для начала она нарезает арбуз кубиками, только потом ест вилкой или делает из него канапе. Ложкой удобнее. Режет арбуз пополам и ест половинки ложкой. Вкусно и удобно, уверяет она. Просто обычный человек. Режет арбуз, берет кусок и ест, выплевывая косточки. Зачем что-то изобретать? Типы людей, когда отключают горячую воду. Моржи. Моются как есть. Ну а что поделать? Хорошо. Мисс Посуда. Использует кастрюлю, ковшики, нагревает воду, чтобы помыться. Зато тепленько. Мажорка, уезжающая на эти 2 недели в отпуск. Пока, я на Мальдивы. Любительница погостить. Приезжает в гости к друзьям и знакомым, чтобы помыться. Можно помыться? Прохаванный. Уже давно купил себе бойлер и не парится. Чё, реально? Бойлер не можете купить? Типы людей, когда выбирают арбуз. Охотник за внеземной жизнью. Стучит по арбузу в надежде получить ответ. По голове себе постучи! Мистер Всезнайка рассказывает всем, как лучше выбирать арбуз разными способами. Но в итоге чаще всего выбирает себе самый кислый. Опять кислый, да что такое? Незнающий. В душе не знает, как выбрать хороший спелый арбуз, поэтому просто берет первый попавшийся. Чаще всего, кстати, он выходит очень вкусным. Доверяющая. Перекладывает ответственность на продавца и просит его выбрать ей ягоду. Извините, я не разбираюсь. Поможете мне выбрать арбуз? В результате получает самый большой и дорогой арбуз на радость продавцу. И самый дорогой. Подпишись, с меня арбуз.